Архивные кадры ныне покойной артистки разместила звезда блестящих Ксения Новикова. Звезда группы «Блестящие» Ксения Новикова поделилась с подписчиками своего инстаграм-архивными фотографиями коллектива. На неизвестных ранее снимках, кроме самой Ксении, можно увидеть таких солисток группы, как Юлия Ковальчук, Надежда Ручка, Анна Семенович и даже Жанну Фриске. На серии снимков артистки облачены в основном в концертные костюмы. Они счастливо улыбаются и раскрепощенно позируют фотографам. Ранее ТОП Ньюс писал о том, что отец Жанны Фриске рассказал, как Дмитрий Шепелев издевался над женой. Владимир Фриске подтвердил прозвучавшие ранее слова Леры Кудрявцевой, дружившей с его дочерью.